прошла передача, бросок 2-0. Здорово, Шевунов отдал. Московский забил. Прям такая мгновенная контратака и все здорово. Сколько там? Три передачи. Сюда передача на Шевунова, который только что выскочил со скамейки штрафных. И заканчивает все точно броском. Красковский. Я скажу, Мадинин уже 0-2 проигрывает. Просто он Красковскому клюшку не блокировал. Секунду назад покинул скамейку оштрафованных Шелунов. Не окажись там Шелунова, и не было бы вообще никакого продолжения.